На этом стенде представлены три компании, которые объединили свои компетенции для того, чтобы дозировать и смешивать практически любые материалы. Жидкие, пастообразные, наполненные, всякие разные. Вот система перемещения для дозирования капельками. Вот можно это капельками делать, можно какие-то линии рисовать. Ну, в общем, все что угодно. Компания Deformer производит в России, в Балашихе, серьезное оборудование для смешивания и для дозирования. Вот, полностью российские компоненты. Также компания Mixings, которую я представляю, поставляет картриджные системы для двухкомпонентных, для однокомпонентных материалов, которые более простые, чем оборудование, но, тем не менее, тоже пользуются популярностью. И компания Technored в этом году представила свой робот, на который мы навесили наше оборудование. Также можно использовать и пневматическое, и оборудование деформера навешивать на робота. В общем, система перемещения тоже есть. Наверное, эта выставка чуть поменьше по количеству посетителей, чем прошлое, на наш взгляд. Вот. Но количество участников, несомненно, больше. То есть и второй этаж задействован, и пятый павильон. Вот. Поэтому, в принципе, заявки мы набрали примерно в том же количестве, что и в прошлом году. Оцениваем положительно.